в этом видео. Эм, что? Смотрите, беспалевный. Беспалевный. Ого! Всем здорово, ребятки, с вами Влад. И я играл сегодня в каточки, а мне здесь пишет какой-то школьник. У него ник скилл. У него почему-то только буковка 1 L, должно вроде быть 2. 2 L. Слышь, ты чё, оборзел? Так, играй, давай один на один или нуб. Давайте пригласим его в лобби. И поиграем. Го. 1 на 1. Сейчас посмотрим, что он ответит. В принципе, я уже знаю, что будет, потому что этот чел такой раб, я просто в шоке. Он когда играл, я просто его на изи убивал, на ходу просто. Так, пустыню. Запускай пустыню. А, то есть пустыню Sandstone, я так и понял. Давайте погнали на Sandstone. Европа есть. Надеюсь, он не расстроится. Так, погнали. На пустыне, так на пустыне. Sandstone. Он понял, что, наверное, я ютубер. И он говорит, что он скилл там на этом. В каточке писал, типа, я скилл, все такое. Я так смеялся, капец просто. Так, погнали. Сейчас попробуем его выиграть. И посмотрим, что будет. То есть, что он ответит, что он скажет. Потому что это жесть. Так бомбит. Когда его убивают в катке, это просто капец. Сейчас вы увидите, кстати. Ну, возможно, будет бомбить, возможно и нет. Я на 100% не знаю. Просто сейчас мы играли в каточке. Он капец бомбил. И позвал меня вот один на один. И сейчас мы попробуем, то есть, поиграть. У него что-то долго заходит. Очень долго. Ну, наверное, это из-за сервера Europa Waste. Ого! О, что? А вот это интересно. Не, ну, в принципе, просто залетело на лаки. Так. Где этот противник? Пока не вижу. Но мне немножко уже страшно становится, потому что, возможно, проиграешь, даешь ножик. Хм. Не знаю. Не знаю, ребят. Мне что-то с ножом не хочется распрощаться. Так, о, М40. Ой, не М40, а этот М16. Кстати, прикольно выглядит, но я вижу здесь баг с текстурочкой. Лол, почти в голову попал я. Но я такой же раб, как и он, но все же посмотрим, кто же выиграет. Так, я возьму Дигл Винер, как всегда. Так. Скилл. Я пошел тебя убивать. Интересно, куда он пойдет? На А или на Б? Аккуратно. Я слышу его шаги. Алло! Что? Он даже не реагировал, ребят, он даже не реагировал на мои выстрелы, то есть я стрелял. Он в тупую просто идет и плентить. Тебе не было. Что? Ру, ребят, что происходит? Он еще там, короче, обзывается. Я лучше не буду это вслух произносить, это просто жесть. Так, погнали. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Я ему попал в голову, ну, типа, я так думаю. Смотрите, куда он стреляет, ребят. Вы видели, он в дверь стрелял. Он в дверь стрелял. Он даже не понял, что я обошел. Так, аккуратно. Он заплантил, лол. Где он? Я не понял, мне уже страшно. Где он? Эм, что? Смотрите, беспалевный. Беспалевный, ребята, это просто жесть. Просто сидит такой, типа, ему вообще все равно. Нормально. Ру. Так, что это? У нас юспик, но юспик нам не нужен. Я просто в руку выстрелил, 56 снял. Ну да, в руку то 28, то 156. Баланс на высоте, ребят. Игра топовая. Так, ножичек. У меня братик-разработчик этой игры, жди.
Жди бан. Ару. Так, жди бан. Скилл. Еще главное, с одной буквой написал. Так. Какой-то ножик. На аватарке. Ну, в принципе, это дефолтная аватарка. Хотелось бы, чтобы уже новые добавили. Почему он только на Б ходит? Почему на А не идет? Странная у него какая-то тактика. Я его не вижу. Не вижу его, не понимаю. Что? Как ему такой удается попадать, алло? В чем прикол? Просто на ходу зажимает такой. И норм. Что? Как я два раза в хедшот попал, 56 получается. Или в руки там попал. Но это бесит такая ситуация, просто я в него стреляю, а у него даже урон не хавается. Откуда скин на калаш? Скинченджер. Кинченджер напишу, так посмотрим, что он ответит. Так, посмотрим. Как скачал? Так. Ну, он не понял, наверное, рофла. Так, давайте напишем. Твой брат разработчик подарил. Так, нормально. Офигеть скин, говорит. Офигеть скин. Лол. Если бы я еще на нож скин взял, то он, наверное, вообще взорвался. Блин, что, блин? Так, давайте с юспа. Я его побью. Два хеджота. Лол! Что? Ну ладно, хорошо, будем сейчас серьезно играть, потому что мне это не нравится. Я вроде с юспа так красивый хедшот выдал. Я так красиво с юспа выдал, но я не понял, почему он не умер. Прям в хедшоты красиво, два хедшота. И потом еще и сквозь этот, сквозь коробку попал. Так. Я не понимаю, где он. Что он там делает? Не, ну тут четко был хедшот, как бы я видел прям точно. Попробую его на нож взять. Е, ребят, это было легко. Так, давайте распланим бомбу. Чё-то легко, ребятушки. Ну, как обычно, я говорил, что я буду с этим ножом бегать. Пока бабочка не выйдет. А то я только что сказал, что я забыл поставить скин, но я не забыл. Я просто забыл, что я не должен был ставить скин, капец. Так. У меня iPad ест. iPad ест. Ест? Какой ест? Я не знаю, что такое ест. Я ютубер. А, у него есть iPad. Он ютубер. Боже, почему он так пишет страшно? Так. Это вроде хедшот был, я так понял. Куда он вообще идет? Я не понимаю. Он крысит 100%. Не понимаю, он только что здесь был. Что? Он настолько беспален и просто идет себе спокойно. Я так и понял. Так, давайте погнали. Ребят, вообще беспален. Видите, просто сидит такой, ждет. Рука сквозь текстуру торчит. Нормально, нормально. Ого! Ого! Ребят, что? 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 На пистолете стоит, смотри, вы видели это? Что? АКР-12 стояла на пистолете? Рукояткой? Что? На середину пошли.
На мид, понятно. Давайте погнали на мид. Давайте запущу флешку ему. Грит на мид. Хорошо, го на мид. Че, у него там АВП или что? Это АВП было, ребят? Да, он с АВП пошел. Не, ну в принципе, он, мне кажется, даже сейчас намного лучше играет, чем в катке. Он в катке просто бежал, зажимал в стены, прыгал. Такой неуклюжий был, это просто жесть. Так, погнали. Запустим флешку. Нет! Боже, такой ракал. Вау. Что это было? Какое у него там оружие? Хочу его оружие. О, дробовик. Ну давайте с последний раунд с дробовиком пойдем. Точно на Б6 бан. Точно. Тебе точно бан. А, ну я понял, понял, хорошо. Боже, хорошо, что он не знает, что я его снимаю. Он бы сейчас, наверное, разревелся вообще 100% просто. Так, давайте погнали сюда. Или он знает, что я ютубер, или нет, но почему именно меня он позвал, не знаю. Возможно, потому что я его часто убивал просто. Bombs unsplanted. Погнали, короче, раздефузим и все, и закончим на этом, потому что мне это уже не нравится. Ого, беспалевный. Ло-ло-ло, смотрите, что? Ару, он даже попасть не мог. Он просто даже попасть с эмки в упор не мог. Ну давайте, я, наверное, успею раздефузить. Где эта бомба? Так, давайте раздефузим ее. Кстати, на интересном месте. Я чуть ее не потерял. Все, ребят, изи вин. Никакой нож он не получит. Ну, наверное, это и так бы не получил, потому что я не хочу делиться своим прекрасным серым ножом без скина. Слишком щедро. Всем спасибо, ребята, ставьте лайки и пока, удачи в жизни.